Очень долго думали, чем вообще покрыть полы вот в гараже, что вот они постоянно вот так вот в пыли, а здесь, где залито, бетон еще так вот крошится постоянно. Но здесь еще подлить надо будет в любом случае. Вот. А здесь постоянная пыль, это грязь, бетон что-то впитывает в себя. Короче, вот, растворитель, допустим, R4, без разницы на самом деле какой, можно 646, потому что он пожестче растворяет, и вот пенопласт. Получается, пенопласт растворяем в растворителе, и получается вот такая консистенция, которую сейчас Андрюха у нас наносит. Покажи консистенцию, ну-ка вот, ливани ее, вот покажи, как она. Вот, да, ну тут надо много растворить пенопласта, на самом деле, чтобы так получилось. И вот, собственно говоря, вот эту суету потом вот эту всю наносим на пол. Жестко. И все, и потом вот получается такой вот пол в гараже, который можно будет уже спокойно мыть. Вот тут даже где вот блестит он, вот он. Это уже застыло все. Лучше, чем всякое там жидкое стекло и прочее. А главное, дешево.